Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор» и сегодня я расскажу о холодильнике POSIS Arkei FNF173. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Холодильник POSIS с системой Full No Frost – это решительное «нет» постоянным размораживанием и твердое «да» быстрому, эффективному и надежному охлаждению. Теперь можно забыть об утомительной разморозке и быть уверенным в том, что в контейнерах морозильной камеры нет ничего лишнего, только продукты. И не стоит беспокоиться насчет нежелательного шума. Мощный не значит громкий. Продуманный дизайн и внутреннее оформление позволяют вместить все необходимые продукты. Низкий расход электроэнергии соответствует высокому классу энергоэффективности A. Различная вариация установки полок помогает использовать холодильник максимально комфортно. В этом однокомпрессном холодильнике имеются отдельные дверцы для холодильного отделения и для морозильника. Дверцы получили перевешиваемые петли и возможность открываться вправо или влево по вашему усмотрению. Такое решение упростит установку электроприбора на небольшой кухне. Для размещения продуктов внутри холодильной камеры предусмотрены стеклянные полки, выдерживающие без деформации значительную нагрузку. Чтобы сохранить свежесть овощей и фруктов, используйте выдвижные пластиковые контейнеры 2 штуки. В дверце холодильной камеры находятся полочки для бутылок, пакетов с соусом или соком, а также подставка для яиц. Размещенные на полках холодильника продукты равномерно и ярко освещаются LED-лампой. Температура охлаждения в холодильном отделении составляет от +2 до +8 градусов Цельсия. Двухкамерный бытовой холодильник оснащается нижней морозильной камерой, в которой продукты замораживаются при температуре от -18 до -24 градусов Цельсия. Система охлаждения Full No Frost обеспечивает подачу холодного воздуха из морозильной камеры в холодильную камеру при помощи вентилятора, расположенного на воздухораспределителе морозильной камеры. Система оттайки испарителя включается автоматически через каждые 12 часов работы компрессора. Блок управления отсчитывает время работы компрессора и включает нагревательный элемент, расположенный на испарителе. Талая вода с испарителя по системе отвода поступает в специальный сосуд, расположенный на компрессоре, и испаряется. Блок управления предназначен для управления работой холодильника и отображения информации о работе холодильника. Управление работой холодильника производится легким нажатием соответствующих кнопок на сенсорном экране блока управления. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Куча разных звуков. Теперь речь пойдет о положительных. Размер. Дизайн. Качество изготовления. Качество покрытия и отделки. Информативный дисплей. Вместительная морозильная камера. Продуманные размеры боковых полок. Не требует разморозки. Полки можно варьировать по высоте. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».